В связи с провалом продаж спортивной модели Kia Stinger, британское подразделение Kia совместно с немецким техническим центром Hyundai Motor Europa решили привлечь внимание общественности к модели Stinger с помощью создания горячей версии Stinger. Для этого они использовали тестовую машину с пробегом 16 тысяч километров, которая участвовала в сертификации, рекламных акциях и в съемках телешоу «Топ Гир» и «Гранд Тур». Для начала инженеры Kia, чтобы облегчить машину, выкинули из салона абсолютно все, даже электрические стеклоподъемники, и установили каркас безопасности, гоночные кресла, систему пожаротушения, а тяжелый свинцово-кислотный аккумулятор заменили на легкий и компактный литий-ионный аккумулятор. В итоге вес машины стал меньше на 150 кг. Далее, для придания резвости машине, инженеры Kia с помощью форсировки подняли мощность мотора с 370 до 428 лошадиных сил, а у 8-ступенчатого автомата переписали программу управления, что позволило сократить время переключения передач несколько раз. Кроме того, инженеры занизили подвеску Stinger и установили на кузов передний сплиттер, задний диффузор и спойлер. Ну, а дизайнеры Kia с помощью пленки придали облику Stinger спортивный вид. Свое детище инженеры и дизайнеры Kia назвали Stinger GT420 для трековых гонок. Однако при этом они не сообщают о скоростных и динамических характеристиках GT420, что и неудивительно, так как машина построена в единственном экземпляре сугубо для рекламных акций и не более того.